من أصحابي من أحبابي من حبيبي اللي دق بابي من شمسي من قمري من ميمي ومن غرامي من أبويا ومن أمي من عربي ومن دمي من بلادي ومن التادي ومن هيكونوا أحفادي من ماضية ولالية ومن ذكرى. Всех приветствую и добро пожаловать на мой канал. Ассаляму алейкум, меня зовут Нилу, если вы видите меня впервые вдруг. Вот, будем знакомы. Сегодня я монтирую данный видеоролик. Я собрала несколько влогов, которые я... Влоги снимала я на протяжении нескольких дней. Я назову его, там, «Неделя со мной» или же «Неделя влогов». Вот, то есть в этом видеоролике будут присутствовать материалы из разных дней, вот, из разных мест, вот. Надеюсь, вам будет интересно. Если так, то не забудьте подписаться на мой канал, а также поставить лайк. А еще хочу сказать, ребята, что совсем скоро я сниму видео вопрос-ответы, то есть я буду отвечать на ваши часто задаваемые вопросы, соберу все вопросы, которые вы мне задавали на протяжении долгого времени, на протяжении существования моего канала, вот, а также вдруг, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте либо в комментариях, либо же под последним постом на YouTube. А также можете просто перейти на мой инстаграм по ссылке в описании, а также на мой телеграм-канал, можете задавать свои вопросы там, у меня открытый чат есть в телеграм-канале, вот, а также по инстаграм. Сказала все, вам приятного просмотра, надеюсь, будет интересно, вот, еще раз. В общем, всем желаю хорошего настроения, если вы сейчас кушаете, то приятного аппетита, если ваш день только начинается, хорошего дня или же хорошего вечера. Смотрите на мой цветочек, на цветочек сестры, просто. Да, очень красиво. Ну, очень красиво, нам очень красиво завернули, в общем. Сделали скидки очень хорошие, да? Пойдем покупать пасту. Тортик какой-нибудь красивый, вкусный. Пахнет очень вкусно, обожаю ромашки. Нам побрызгали еще каким-то спреем очень вкусным. Аккуратно, здесь собачка. И вот так вот. Давайте еще посмотрим. Смотрите, какие здесь очень много красивых тортиков. И, может, белый хотим? Хотя, мне кажется, одного достаточно. Они такие прикольные. Шоколад очень красивый. Сестра хочет это подарить? Смотрите, какая красота. Это... Мухаммад. В общем, это ананасик. Ананасик наш. Это ананасик. Конечно. Я возьму. Прекрасный. Да. Бисмилля, пойдем. В общем, банда, погнали. Давай, пойдем, бисмилля. Давайте на лифте пойдем. Один Сергей, да? А это будет у нас ананасик. У меня есть Иваныч, а это пускай Влада будет ананасик. Я вчера еще купила новые цветы, я вам покажу. Мы забежали посмотреть мне пряжку на новую сумочку. Хочу тоже связать себе какую-нибудь красивую сумочку. Я выбрала фиолетовые оттенки. Здесь сестра, она тоже смотрит. Ой, как будто без... Смотрите, есть вот такие вот. Мне лимонный цвет нравится, но пока что я не знаю. Я взяла что-то типа вот этого. На его покажу. У меня фиолетообразный, да? О, я еще хочу вот такой вот купить. Что-нибудь из них связать, потому что они нереально круто смотрятся с черным аутфитом.
Вот. Это обычный платки, что же? О, не как знаю, резиновые, по-моему, да? Вот такие. Нет? Не такие. А, подхижарники, что ли? Не знаю. Возможно. Если бы выбрали, сколько стоит. Смотрите, какие. Они такие красивые, я не могу просто. Оказывается, кто здесь есть? Он не выдержит просто. Интересно. Ну, в общем, пойдемте тогда в магазин. Я взяла себе вот такие вот цвета. Очень красивые. Я сейчас вытащу. Вот такой вот цвет. Думаю, красиво получится. Я мне так показалось. Да, это фиолетовый, да? Светло-фиолетовый. Хорошо. В общем, вы сами скоро увидите, что мы сделаем. Точнее, я сделаю из этого. Ребята, смотрите, какая это красота просто. Это что за Гена? Мы назовем Геной. Какая она милая, это крокодильчик. А здесь еще один. Это цыпленок? Нет, это утенок. Такой милашка. Не, он не красивый. Нет, красивенький. Он мягкий, а вот этот вот очень такой жесткий, прям для тех, кто любит на жестких подушках спать. Ребята, смотрите, какая у нас здесь ярмарочная праздник какой-то. И здесь крайне редко встретишь вот такие вот фасовочные сладости. Поэтому сейчас какой-нибудь возьмем. Давайте попробуем какой-нибудь. Сейчас в период Рамадана привезли. Поэтому что хочется, знаете. Ой, они такие красивые. Давайте возьмем чуть-чуть. Вот таких. Да. Небольшие поправочки, изменения дома, в салоне в частности. Давайте я вам покажу немножечко, потому что докупили некоторые растения и хотела показать, как они вот смотрятся у нас в квартире. Начнем вот отсюда. Эти цветы сегодня подарили маме, они пахнут великолепно, но пока что мы не знаем, куда поставить, пускай будет здесь. Будут здесь ромашки, вот, и оставили наши любимые цветочки. Там, кстати, тетя пришла. Вот, и... Наша любимая, я забыла, как это растение называется. Юка, ну, в общем, как-то называлось очень красиво. Вот, пока что мы поставили вот сюда, вот на этот уголок. Как вам? Думаю, пока что, ну, возможно, мы в будущем что-то изменим. Вот. С этой стороны это вот растение прекрасное. Маме нравилось очень-очень, потому что она эти растения видела у бабушки. Вот. Здесь недавно, вот относительно недавно, и вчера буквально проходила по пентику и увидела, что в одной лавке, оказывается, пришли вот такие вот обновочки. Поэтому я решила их купить, потому что они очень быстро растут. Вот, а эти Сережей называю, это Иваныч, у нас просто такая кличка сумасшедшая. Мама обрезала все веточки, мы смотрели в интернете, почему там везде появляются всякие болячки, вот такие вот, видите, такие вот и вот такие вот. Вот, и на новых листьях появляются, к сожалению, почему-то, но я не знаю почему, я так и не понимаю. Вот здесь, знаете, вот сразу новые появляются, и сразу... Они вот такие вот, получается. Нам бы сказали, что нужно какие-то в общем, в землю добавить нужно что-то. Ну, в общем, не знаю, посмотрим, мешало, думаю. Все наладится, надеюсь. Вот.
горшочки для наших цветов, растений. Они такие все, такие цвета некрасивые. Вот мы думаем, нужно уже покупать, потому что их нужно уже начать поливать. Вот, есть вот такие вот коричневые, но они некрасивые, потому что мы хотим их поставить в комнату. Вот, есть еще идея взять вот белый и перекрасить их спреем в черный или в серый. Вот, потому что те горшки, они более-менее нормальные. Вот. Смотрите, еще здесь сколько растений всяких. Здесь еще и розы, оказывается, есть. Смотрите. В общем, вот так. Все, пойдемте. Смотрите, им какие игрушки мы купили. Вот в магазин пошли и не дали, да, нам просто погулять. Игрушки. Вот, игрушки, да. Ну-ка покажи, какие. Ой, какие красивые, знаете, они. Я хочу! Этот хочешь? Они очень тяжелые. Фонари! Очень классные. Они, скорее всего, вообще коллекционные. Ну-ка, вот это вообще класс просто. Вот, сегодня день детей, поэтому сегодня ваш день, поэтому разрешили. Вот, на самом деле у них очень много игрушек. Вот. Гончик. Сейчас уже приближается время ифтара. Будем готовиться к ифтару. Гончик. Они все гонщики. Они все гонщики. А это что? Это не гонщик, по-моему, это такси получается какой-то. Гонщик. Сейчас у меня будет небольшая уборка, потому что то, что вы видите сзади меня, это дети успели переделать весь наш салон. Они любят прям по подушкам лазить, перетаскивать из одного дивана на другой. Вот, сейчас у меня будет небольшая уборка, и далее я уже приступлю к приготовлению чего-нибудь еды до ифтара, на ифтар, точнее, до ифтара. О том, как я делаю свой макияж, что я для этого использую, хотя у меня был подобный видеоролик, но вообще в основном я там рассказывала о продуктах, которые я использую, и о фирмах, вот, но иншаллах совсем скоро я сниму видеоролик, поэтапный, пошаговый видеоролик, видеоурок точнее, о своем макияже, как я его делаю. Если вы замечали, то мой макияж, он не меняется. Даже в зависимости от ситуации, если, допустим, это какие-то праздники, или же это повседневные, ну, обычные дни, то мой макияж вот такой. Единственное, почему я затягиваюсь с этим видеороликом, все очень просто. Я решила поменять тоналку, потому что тот Fit Me, он закончился, и я подумала, почему бы не поэкспериментировать, да, и найти что-то более лучшее. До Fit Me я использовала BB-кремы, всякие CC-кремы, но они были очень плохими, то есть они не подходили мне. Сейчас я начала использовать вот этот вот, вот от L'Oréal Paris. Он меня очень сильно разочаровал, я думала, он будет более-менее нормальным, даже хотя бы чуть-чуть лучше, чем Fit Me, но нет, Fit Me оказалось намного лучше, потому что когда я его наношу, у меня не было никаких трещин на лице, но как я только начала это наносить, то у меня постоянно, знаете, на солнышке это особенно заметно, когда вы наносите, то есть на солнце очень-очень-очень сильно заметно, что вы используете тоналку, и тем более мне девушка продала не тот цвет, он намного темнее, чем тон моего лица. Вот, к сожалению, вот только я куплю Fit Me, то и будет, иншалла, совсем скоро видеоролик.
я с вами прощаюсь. С вами была, как всегда, ваша Нилу. Если вам было интересно, то не забудьте подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны на меня, а также на мой Телеграм и Инстаграм. Ссылка, как всегда, будет в описании к этому видеоролику, а также не забудьте задать свой вопрос, на который я совсем-совсем скоро отвечу в формате видео. Все, на этом я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока!